Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, полезном канале про танки, где всегда есть что посмотреть в отношении нашей игры. Все новости, все обзоры, все это и всегда вы сможете найти у меня на канале, поэтому предлагаю вам на него подписаться и поставить обязательно лайкос данному видео, а еще прожать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Маленький короткий вопрос, и да, у меня совсем нет времени на то, чтобы снимать какие-то красивые видео, но полезное видео не всегда должно быть красивым. Так вот у меня к вам вопросик, скажите, пожалуйста, не хотели бы вы себе заиметь абсолютно бесплатно Defender МК-1, или может быть ИС-3 защитник, или может еще какой-нибудь танчик из целых 11 танков в списке. Хотите? Тогда в этом видео я кратко расскажу, как это сделать. Я провожу розыгрыш, и этот розыгрыш только начало, потому что дальше розыгрышей будет становиться только больше. И в этом первом розыгрыше сегодня я буду разыгрывать один из 11 танков 8 уровня, которые вы сможете поставить себе в ангар, а может быть в будущем продать в виде коллекционной машины, и среди них, как я уже сказал, есть и ДФ, Фендер, и ИС-3 защитник, ну и наш любимый всеми Бурас, короче говоря, есть из чего выбрать. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, приходите сегодня днем в 13:00 по киевскому времени на мою прямую трансляцию, регистрируйтесь на розыгрыш непосредственно на самой трансляции, находясь в чате, ну и, соответственно, участвуйте в розыгрыше, шансы у всех абсолютно равны. Кроме того, в свое время я обещал, что на 1000 подписчиков моего дискорд-сервера я разыграю несколько танчиков непосредственно в самом дискорде. Куда вас всех и приглашаем. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам необходимо будет зарегистрироваться у меня в Дискорде. Как это сделать, я сейчас расскажу. Ну а для начала скажу, почему вам в принципе стоит зарегистрироваться на моем серваке. Дело в том, что на этом сервере постоянно публикуются абсолютно все новости в отношении нашей игры. Причем происходит это буквально через пару секунд, максимум несколько минут с момента, как официально о чем-то объявили разработчики. Здесь есть информация о новостях, есть информация о том, что разработчики сейчас разрабатывают, что и когда будет вводиться, короче говоря, огромное количество полезной информации. Кроме того, если вы являетесь постоянным зрителем моего канала, то вам абсолютно спокойно можно будет отслеживать новые видео у меня на канале и переходить по ссылкам для просмотра непосредственно с самого Дискорда. Здесь публикуется информация о всех вышедших видео. Как зарегистрироваться на розыгрыш? По ссылочке, которую вы найдете в описании, вы перейдете на мой Дискорд. И первым вопросом вам будет, какого вы пола, парень или девушка. Отвечаете на вопрос, вам высвечиваются правила, ознакомливаетесь с правилами пользования Дискорд сервера. Поверьте мне, они абсолютно простые и в основном сводятся к тому, чтобы вы вели себя нормально, никому не хамили и никого не оскорбляли. После того, как вы приняли правила, вы являетесь зарегистрированным участником нашего сообщества, и вам откроются дополнительные разделы. В этих дополнительных разделах вам не опуститься вниз необходимо, и здесь найдете раздел «Розыгрыши». Заходите в раздел «Ники и ID» и пишите здесь свой игровой никнейм и свой ID в игре. Как и где это найти, сейчас тоже покажу, но буквально через секунду. После того, как вы написали сюда игровой ID и, соответственно, свой игровой никнейм, переходите немножечко выше в раздел «Лотереи». И здесь в лотереях, как вы видите, 8 человек уже за несколько минут зарегистрировались. Просто прожимаете на регистрацию в виде вот этого великолепного значочка красного цвета и становитесь зарегистрированным участником нашего розыгрыша еще двух машин. Регистрируйтесь, ну а в отношении того, как же все-таки вам выцепить свой игровой никнейм и ID непосредственно из игры, все очень просто. Заходите в игру, заходите к себе в профиль и в своем профиле нажимаете на вот этот значок. Ваш игровой никнейм и ID скопирован. Переходите на Discord, регистрируйтесь на розыгрыш. И еще раз напомню, сегодня в час дня по Киеву разыгрываем танчик 8 уровня среди всех ребят, которые придут на прямую трансляцию. Жду всех в гости, вместе пообщаемся, повеселимся. Пошел готовиться, а вам искренне желаю мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.